Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что надо мечтать, и мечты сбываются. Результат – это основа бизнеса. Это все дало мне wellness pro. Продукт у нас потрясающий. И все мы очень благодарны wellness pro и проживем очень-очень долго. Я точно знаю, что с нашим продуктом вы будете здоровы. Я точно знаю, что с нашим продуктом вам будет комфортно корректировать вес. Я точно знаю, что с нашим продуктом, и это легко и просто, вы сможете откорректировать свое здоровье. И мы будем делать это с вами вместе. Я начала, наверное, одной из первых в России употреблять продукт. Я врач по профессии, получила колоссальный результат. Выпив этот продукт до того, как я ушла в ледяную воду, я почувствовала, как мне вот очень-очень комфортно. Подтяжка лица плюс секретное оружие лежит в этой банке. Действительно, роскошный продукт. Лучше на сегодня нет. Вот если бы было, я бы знала. Наш продукт, он является сбалансированным продуктом питания. Вот уже все, что нужно есть. Важным является доказательством сертификат, где нет противопоказаний. В то же самое время действительно единственно, где написано сбалансированное питание для женщин или сбалансированное питание для мужчин. Есть много клиник, много потенциальных направлений, в которые можно продвигать этот бизнес. Что мы можем контактировать практически с людьми, любыми людьми. Сейчас век интернета, и мы вообще ничем не ограничены. Мы можем строить международный бизнес, не выходя из дома. Здоровье – это не просто отсутствие болезни. Здоровье – это нечто большее. Здоровье – это радость жизни, энергия, удовольствие. Это здоровье, это счастье, это молодость, это красота. Это вот я, да, 10 лет назад. У меня астма с детства, и вот с 95 года мне стали давать тяжелые гормоны. Гормоны как-то мне помогли за 5 лет укрупниться на 50 килограмм. Повезло мне, короче. Потому что в 2007 году мои знакомые сказали, ты знаешь, вот тут пришло новое питание к нам в Израиль. А когда я взял первую ложку коктейля, я понял, да, что вот это мне поможет. И до сих пор уже 4 года ни одной гормональной таблетки я не взял. За 45 лет работы, нет, больше, 48, я таких бонусов 13 зарплаты не получала.